Батл за дикі емоції розпочато! Заряджайся швидше з Lion! Вболюй момент! Nestle. Якість продуктів, якість життя. Бесконечно слушать классическую музыку, общаться в соцсетях и даже делиться интернетом с друзьями. Тариф X. Безлимит на музыку, видео, соцсети и мессенджеры. Доброе утро всем, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на продолжении китайской квалификации к StarLadder Imba TV Miner. Я Алсер, мой многоуважаемый коллега Бафик. Будем рады для вас сегодня комментировать практически весь день китайских квал, получается. Да, только одна игра будет вне нашего стрима, насколько я помню, она будет параллельно, ее будет комментировать Версута. И лузеров. Прямо сейчас. И лузеров тоже мы сегодня не комментируем. Две, да? Угу. Ну, мы только... Победителей появился, в общем-то. Yes, да. Of course. Mm-hmm. У нас первая карта на сегодня — это Тайфун Ехоум, партия в формате Best of 3. Тайфун вчера в каком-то смысле удивили. Тайфун Ехоум звучит как название команды какой-то жесткой, знаешь, такое прям. Это подразделение могло бы быть, Ехоум Тайфун. Да, прям. Вот, Тайфун вчера немного удивили, потому что покинула группу Б, которую мы освещали вчера, команда Aster, на которую многие, я уверен, рассчитывали, но они не справились в тайбрейках. Они проиграли, Тайфун вышли дальше, и сейчас они сразятся с Ехоум. Вчера, говорят, в группе А Ехоум были беспощадны ко всем. Угу. Они прям не видели себе равных. Они всех переезжали, насколько я слышал, насколько мне удалось там посмотреть по статистике. Посмотрим, как они справятся с ребятами из группы Б. Ну, они сыграли 2 BO3, соответственно, за меньше, чем 2 часа. Зарядились энергией от Лайна. И как пошли просто рвать все команды в своей группе. Интересно, да, интересно действительно посмотреть, что нам покажет сегодня Ехоум. Я бы сказал, знаешь, насчет Aster, ну не то чтобы многие от них прям чего-то ждали. То есть команда определенно не та, которую ты ждешь отлететь первой на квалификации к минору. Но с другой стороны, ты смотришь на эту команду по ходу года и, ну нет такого, знаешь, то есть если бы сюда упали, например, LGD, ладно, LGD, наверное, да, так себе пример, но если бы сюда упали Ехоум после своего успешного мейджора, на котором они были топ-6, и потом бы, да, заняли последнее место у себя в группе в квалификации на майнер, вот это можно было бы сказать вау. Вот это... Для меня, например, по именам Aster больше, чем Тайфун будет, да, вот с точки зрения просто именитости игроков. Понятно, что имена не выигрывают в доту, выигрывает как бы... Твоя форма игровая выигрывает то, как ты сейчас себя можешь показать. Заметь, что интересного произошло у нас в драфте уже. Открылись Ораклом, который оказался вне стадии банов. И более того, Тайфун на дабл-пик не забирают Дума. То есть они оставляют Ехоумом еще и Дума, забирая Санкинга и Дизраптора. Для меня это очень неожиданно, потому что Дум, ну это топ-тир пик, безусловно. Он редко вообще минует фазу банов. Это самый часто банимый герой был на мейджоре, мы это уже обсуждали. Здесь же Дум появляется. Причем я заметил, что вчера и в СНГ регионе Дума не так часто банили. Действительно, Doom начал попадать в матчи. Как будто бы команды стали чуть получше знать, что против него делать. И при этом, обрати внимание, но все-таки, если ты ферст пикаешь Оракла, Doom не обязательно является каким-то уже настолько сильным героем. Не так устрашающе выглядит просто, да. Плюс, опять-таки, да, мы видели, как очень хороший пик в ответ на как раз Doom Медуза. Ну, да, Doom как бы ее отключает, но на самом деле не очень. То есть, на самом деле, если у нее, у Медузы этой самой в команде есть какие-то герои, которые могут дать ей там форсик, какой-то протект, какой-то спейс, она да, по файту да, даже, может пережить. Даже банально, у тебя есть Манта Стайл, у тебя есть ультимейт. Ты видишь, что Doom прыгает, на замахе его ультимейта ты нажимаешь Манта Стайл, в итоге сбрасываешь с себя фокус, потому что не пройдет ультимейт. Надо будет подождать, еще раз нажать, то есть уже после Манта Стайла. А за это время Медуза успеет активировать ультимейт. И совсем другая драка. Этот Doom уже не так важен будет. Это как в Трансформера давать ультимейт фактически. Только в Медузу. Ну, я имею в виду трансформ, это типа Террорблейда в форме, там, например, или ДК в форме. Давайте не удумаем, это уже не так много смысла имеет. Ну что, чем ответит Ехоум на третий пик Медузы? Весьма тоже, наверное, неожиданный. Много еще вариантов, чтобы Медузу попробовать закрыть. И берут
сразу антимага, вообще не раздумывая, чтобы Медузе жизнь малина не казалась. Не знаю, в каком мире до сих пор считается, что антимаг. Вот я просто недавно разговаривал с очень многим количеством людей. Антимаг, вот по мнению людей, знаешь, что варьируется от полугода до 2,5 лет, что вот этот период антимаг уже не является контроль к Медузе. Смотри, тут какая вот ситуация. С точки зрения тимфайта, вероятнее это так. То есть, да, он не является какой-то большой контроль для Медузы. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, Медуза никогда не должна бросать свою змейку в антимага. Это первое, потому что иначе она вернется в нее, и команде будет очень плохо. Это в тимфайте. Во-вторых, антимаг — это герой, который не совсем о том, чтобы тимфайтиться. Да? Конечно. Это все-таки герой, когда ты видишь вот три персонажа. Сэнкинг, Дизраптор, Медуза. Они могут хорошо отпушивать линии? Я бы сказал, что нет. Ты приходишь на антимаге и занимаешься постоянным сплитпушем. Ты по темпу эту Медузу можешь даже уничтожить на антимаге, если у тебя нет хороших противников. То есть, если ты их не сильно боишься. Но, естественно, еще пики у Тайфун есть, да, и да. Они этого антимага попытаются закрыть. Берут Слардара, который в целом неплох против антимага. Я объясню, почему. Во-первых, это тройка, скорее всего, будет. Я так ожидаю, что это будет тройка. Это герой, который может собрать доминатор потенциально. Это герой, который оглушает антимага не на малое количество времени. У него, во-первых, со второго соглушения, там, по-моему, что-то 1,8 секунды, да, на четвертом уровне, если я правильно помню. У него оглушение с пассивы после этого в продолжении, ты можешь чейн станить антимага. Если ты возьмешь еще и кентавр, ты сверху еще раз его можешь оглушить. И не раз такие игры я уже наблюдал, где ты можешь за это время еще раз натакать пассивку потенциально. В общем, пик интересный, тем более с Сэнкингом, с Дизраптором, контроля уже на антимага набирается немало. Но тут в ответ появляется Бэтрайдер, который, кстати, у нас вчера особо и не выигрывал в нашей группе. Слушай, немножко поменьше сейчас на второй стан секундочку действует, а на третий, соответственно, самый замакшенный 1.3. Так что... А четвертый левел прокачки? 1.3. 1.3. Да, окей. Да. А, ты знаешь, я, кстати говоря, в последнее время, когда видел Слардаров, я даже не припомню, вот прям, знаешь, в каком проценте игр, мне кажется, меньше 30, чтобы он доминатор собирал себе. То есть обычно Слардары собираются, да, в боевой режим, поэтому в любом случае Слардар очень круто может антимага законтролить. Один из тех, как бы, оффлейнеров, который, знаешь, там в соло может нанести процентов 50-60 урона по кору, ему нужно буквально немножко помощи, и на самом деле Слардар это с Блинком вместе с Сэнкингом, они на двоих могут антимага, да, закрывать. Есть более простой, понятный билд, там через Владимир, Блинк и, например, Соло. Вот то, что у нас делают там на Бестмастере сейчас популярно. Но вот конкретно билд через доминатор против антимага мы все время с Фобосом еще обсуждали. Фобос как раз этот билд он пропагандировал, и мы потом тестили. В принципе, он очень даже рабочий может быть. Ну да, поэтому его многие... Ну, с другой стороны, здесь видишь Оракл с антимагом в паре. То есть антимага конкретно в тимфайте, наверное, не так просто будет и взять. А здесь конкретно в тимфайте все равно, знаешь, но если ты хочешь выиграть тимфайт с антимагом против Медузы, то у тебя вообще так бы начинается очень сложная задача, поэтому не факт, что они этого захотят. Просто еще важный момент. Сэнкинг, насколько я понимаю, на линии, ну, очень тяжело себя против антимага чувствует. Он, на самом деле, его никак не напрягает. Смотри, мы можем здесь что сделать? Можем здесь взять, например, два варианта. У нас есть Хускар потенциальный под Оракла, интересный. У нас есть интересный вариант с ОД. И еще интересный вариант с Профит есть. Вот три героя, которые очень мне нравятся. Они, тем не менее, берут героя, который, наверное, наиболее стабилен в этом патче. Они берут Темпларку. И она, ну, как тебе сказать, самая, наверное, простая с точки зрения игры. У нее нормальный лейнинг, ее сложно прогонять, ей сложно помешать нафармить. И она по темпу очень хороша. То есть она, скорее всего, тут будет чувствовать себя неплохо. Но связка Темпларка-антимаг для меня не оптимальная. То есть чуть более боевой герой, наверное, на мой взгляд, был бы интереснее. Но и Хом явно виднее. У них есть Дум на фронтлейне, который, я полагаю, здесь будет играть агрессивно. Ему непозволительно, на мой взгляд, здесь начинать с Мидаса. Все то, что мы видели вчера, это не работает. Вот мы сейчас, кстати, увидим от команды, которая очень хорошо должна разбираться в доте. Это точно. Я думаю, вчерашние команды тоже неплохо это делали. Неплохо, как минимум. Да, неплохо. Команды, которые в Китае пробираются через сито открытых квалы, это команды, которые, знаешь, выживают в такой мясорубке. Обрати внимание, бан Джаггера был, да, такой довольно интересный со стороны Ехом. То есть они подразумевали, что эта Медуза будет медовая и кор какой-то на ластпике для Тайфуна. Тайфун могут все переиграть вообще, они могли посмотреть там, да. Но если бы, допустим, антимаг пошел в мид внезапно против Медузы, рассчитывая. Ну, они банили Джаггера, чтобы на линию Бэтрайдера какого-то героя подбанить надо было. Можно Лесира какого-то взять, например, вот они его и берут. Да. То есть, ну, ты вот, у тебя есть, например, какие опции? Мы вчера обсуждали там тоже Бэтрайдера. Лайфстиллер, Джаггернаут, ну, может быть, там Нага Сирена потенциально, Вивер, может быть. Вот они среди всех кора выбрали Лайфстиллера, потому что он достаточно темповый может быть здесь. Он может сгрызть антимага вполне в драке, особенно под контролем. У него есть герои-доставщики,
То есть у него есть Лордар, который может доставить его в драку, есть Сын Кинг. Это очень удобно. Можно сделать, попробовать даже агрессивный билд здесь взять. Не играть через Радик, если что. Хотя мне кажется, против Дума антимага Темпларки ты Радик прям обязан брать, на можешь, самом деле. Можешь, очень, да, вполне. Очень хороший предмет. Плюс есть два героя, которые тебя могут доставлять куда-то, да, то есть у тебя Лордар и Сын Кинг. И важно понимать, что и Лордар, и Сын Кинг — это герои, которые дают и контроль, и немало урона. А вот сможешь ли ты себе позволить при живой Медузе в команде играть в такой билд? Это пока что вопрос, на мой взгляд. Потому что тебе нужно будет играть, скорее всего, немного агрессивнее и участвовать в сражениях. Лосилик, который играет через Радик, он что делает? До Радика не любит драться. Когда у тебя Медуза, очень тонкая игра. Хорошо, справедливо. С другой стороны, давай посмотрим на команду Ехоум. Как ты будешь... Как тебе нужно как-то разделить фарм на карте так, чтобы у тебя и Темпларка получила Эншентов в лесу, да? И при этом, чтобы антимаг вывез кучу фарма с карты. Потому что в противном случае, да, антимаг, который Медузу по артефактам не опережает, то есть его главная сила, да, его коровость, его керистость заключается не в том, что он какой-то самый сильный герой на 5-6 слотах, а в том, что он на эти 5-6 слотов выходит значительно быстрее многих других героев за счет особенностей фарма, заклинаний, которые у него есть, и так далее. Поэтому у обеих команд будет интересно, как они вот именно экономику на карте порешают, где они найдут эти моменты. Очень много будет зависеть конкретно у Ехом от Бетрайдера и Дума. Насколько их игра будет успешна, насколько они активно отыграют сложные линии. У них действительно есть потенциал здесь создать пространство для антимага и даже для Темпларки, пока та не выформит себе Дизоль. То есть тут для Темпларки Дизоль взяли и пошли, в принципе, играть вот вчетвером. У них это нормальная схема, тем более Темпларка под Ораклом, ей какой-то еще подсейв не нужен дополнительный. Они будут себе играть, сражаться. С другой стороны, знаешь, мне очень нравится Слардар тем, что он внезапно, если на ранней стадии не оказался загноблен, он может, знаешь, считаться где-то в мидгейме героем за два, потому что он прыгает в тимфайте, он вырезает саппорт, он может Оракл на самом деле просто за баш убить, то есть баш плюс стан, плюс там минус армор, да, и если Оракл за это время отъезжает, то в принципе Слардар дальше без проблем включается в драку и с другими героями, то есть у него постоянный мощный урон, который никуда не пропадает на самом деле, и у него постоянный контроль есть, то есть у него очень маленькие кулдауны на контроль в сравнении с многими другими оффлейнерами, и на самом деле Слардар отличный мидгеймовый такой мощный боец. Да, вот, кстати, в случае с прыжком на Оракла это, наверное, грамотно будет. Но при других прыжках Оракл диспелит тот же минус армор, например, с цели. Это будет даже очень неплохо работать на Ехом, я думаю. Давай взглянем на артефакты. Что тут интересного? СК сразу с ботинка стартует. Я вижу обсервер. Один уже поставлен в центре. Интересно, кстати, был ли фактором? Наверняка нет сейчас. То есть, знаешь, еще пару месяцев назад можно было бы подумать, что вот взяли антимага как ответ на Сент Кинга, типа тройку, но мы-то понимаем сейчас, что Сент Кинг в большей части игры является четверкой. То есть тебе не нужно именно искать ответ на Сент Кинга у флейнера. Поэтому просто Сент Кинг прям, он антимагой не особо бьет, и антимаг у него ману всю забирает, скажем так, на линии, и мало что может Сент Кинг на самом деле этому герою сделать. Заходит тем временем во вражеский лес. Одно из преимуществ Лордара — это стан на левел 1 и возможности, которые он открывает для твоей команды. У тебя есть очень хороший нюк на дизрапторе. Такая-то что, пока что трипла, что ли, будет наверху? Но пока мы видим, что они Ластира отправляют в топ, ожидая, что Бэтрайдер будет именно там. Вообще, они четверых героев отправляют пока что в топ, да. Слардар, видишь, там у тебя и Сент Кинг, и дизраптор, и Слардар вообще... Мне, кстати, очень нравится сейчас стратегия, когда ты, знаешь, отправляешь какого-то мощного оффлейнера, просто немножко мета медовая поменялась, и очень часто в миде стоит какой-то герой, который очень может быть, ну, знаешь, как это, ему очень неприятно, может быть, поставить против какого-нибудь Омника, или против какого-нибудь Слардара, или даже против того же самого, ну, Дум редко очень, да, но такие вот герои, которые внезапно, да, тут у нас, мы видим, что происходит, Дум уже подъедает на левел 1. Интересная, кстати, тема. Я не часто такое вижу, чтобы делали. Вообще рабочая схема. У тебя сразу кулдаун запускается. То есть ты подходишь под Т3 вышку, съедаешь сразу ранжевого крипа, запускает тем самым кулдаун. И к первой минуте у тебя уже готов будет первый скилл. Это интересно вообще, на самом деле. Это интересно. Ты можешь себе это позволить. Так, а в итоге у нас что получается? Бет-троечка, да? И Дум-четверка. Да, да. Фейтбиан стал туда и стоит против Лейфстиллера. Лейфстиллер комфортная линия имеет, это 100%. Темпларку пришел разогревать Дизраптор. О как. И уже очень плохо делает Феррари. Фейт. Угу. Что Дум может на это предъявить? Давай посмотрим. Ой, красота. Среди бегущих находит он себе Урсу.
Можно на самом деле и... Ну, в МИД ты, наверное, не выйдешь. Ну, поддержать Темпларк чисто, смотришь. Знаешь, ради того, чтобы паритет удержать какой-то в центре. Ты, на самом деле, просто можешь выйти и стоять. Тебе даже сделать особо ничего не нужно, да? Ты просто выходишь, и даже если тебя пробьют как-то, ну, тут просто, да, с руки нормальная. Зинкью подамажил. Кстати говоря, будет ли контест, интересно, какой-либо руны сейчас? Убегает Дизраптор. Нормально. Ну, молодец. О, кстати, молодец. Увел крипа одного с мида сейчас с НКЮ. Это на самом деле неплохо. Это очень даже... Так, ударить надо. Молодец. Ударил. Ударил. Но в итоге все нормально будет у ИКЮ. Анти-крип... Как это? Крип-стилинг-система сработала. Как тебе матчап Медузы против Темпларки? Слушай, мне кажется, тут одни и одна и другая получает не слабо. Ну, я думаю, что они вот просто будут стоять и фармить обе. А, вопрос, что в дальнейшем Темпларка может себе, я думаю, больше постакать благодаря ловушкам. Mm-hmm. Главное, грамотно это все использовать и быстрее защищать лес. Ну, то есть она должна свой фарм сопоставлять с фармом Медузы. И они должны быть примерно равны на протяжении всей игры, как я это вижу. Медуза быстро фармит, ну и Темпларка фармит немедленнее, я думаю. Знаешь, интересно, да, что у нас Темпларка все-таки вот последнее время опять почаще стала появляться и перестала быть героем, который там обязательно должен как-то очень сильно застомпить, выиграть мидгейм. IQ, красота. Ему больно. Тут, конечно, Doom создает проблемы очень серьезные. Не, ну это имбалансный крип на самом деле. Вот если так серьезно взглянуть на вещи, то это жесть какой крип. С изменением вот эти на 50 маны Тандерклэпа, раньше он сотку стоил, сейчас 50, у тебя вот эта аура, которая нивелирует главную проблему Дума, это его скорость атаки. И все совсем хорошо становится. Да тебе, знаешь, там тебе клэп достаточно, чтобы Темпларка сама какую-то работу сделала. Кэтью идет в мид, но, к сожалению, с такой Медузой нет ощущения, что они могут Дума хоть как-то вообще наказать. Дум может, ну, фулл ХП, у него куча регена. Сейчас, правда, с одного крипа, да, но все равно этот реген есть. Давай отметим, что у нас произошло изменение на линиях, да. У нас антимаг вверху оказался против Слардара. Бутрайдер пока тоже остается здесь, чтобы Слардара прогнать. В центре, кстати, Зинкью так и вышел. С Дизраптором вместе, на троих уже разделили этот фраг, и на троих получилось, да, все-таки Дизраптор тоже довольно серьезно. Ну, Дишеска львиную долю урона внес. Да, да, подкопчик. И нормально. Вот, кстати, вот разница только в том, что Темпларка, она быстрее будет онлайн, нежели Медуза. То есть Медузе нужно будет чуть больше артефактов, чтобы она была прям хорошо боевой. А Темпларка, ну что, Дизоль взяла, Дагер взяла и уже очень может даже навязывать драки. Онлайн будет, знаешь, как это, позже, но выше все-таки у Медузы. Да, тут тоже надо понимать, что, опа, Фейсбьян битый довольно сильно. Догорит ли? Не догорит. Убегает, еще и ботл был, еще и сальва была, то есть тут сейчас бетрайдер будет фуловый фактически. Вот заметь, да, очень удобно иметь и бетрайдера, и дума в команде. Один может на минуту стать там четвертой позицией, другой там третьей позицией. Можно меняться просто местами, так Вич очень любит делать в Китае. И это работает. То есть не обязательно привязываться конкретно, что вот я должен идти и бить крипов. Взял бетрайдер, постоял на линии, помог антимагу, сыграл роль саппорта. Отлично, на мой взгляд. Ну, тем более, особенно, знаешь, есть некоторые герои, которые очень завязаны там на каком-нибудь тайминге, да, там ты очень хочешь на том же бестмастере там получить какой-нибудь Владмерс и быстро с ним пойти пушить, да. На Думе, на Бетрайдере у тебя каких-то таких прям жестких таймеров нет. Делай, что хочешь, и бегай по карте там, да. Кстати, у Дума 11-0, между прочим, Фейсбьяна тут пытаются все-таки подразмять. Кэтью подбирает в итоге Y себе вторую баунти-руну. Это 3, я так понимаю, будет, да, для Ихоум? Да, 3. Точно 3. Внизу собирает в итоге у нас 2 Doom. Синкью этим занимается. 2 антимажьи школы есть. Одна собирает 3 в рейсбенда, другая 2 в рейсбенда. Но сейчас приходит больше к тому все-таки, что первая школа побеждает. 2 в рейсбенда считается сейчас более оптимальным билдом на антимага. Потом уже сразу выходишь в ПТ, сразу выходишь в Battle Fury. Мне кажется, ты когда видишь против Сиала и Стиллера Медузы, ты должен понимать, что, в принципе, твоя задача халявить, по-моему. Потому что вряд ли тебя быстро и кто-то будет как-то наказывать за отсутствие дополнительных статов на старте. Ты обычно все-таки третий Врезбенд появляется для более удобного фарма леса. Ты действительно получаешь важные статы, чтобы быстрее зачищать леса, если у тебя нет комфорта на линии. Здесь пока дают фармить на линии, никакой спешки нет в том, чтобы купить 3 в рейсбенд. Тебе и 2 достаточно, и ты фармишь уже сверхкомфортно. Плюс он взял себе еще и перчатку на скорость атаки.
Так-то вообще есть еще школа, которая говорит, покупай срочно колечко на антимагии, иначе не выживем в этой игре. Ну, есть такая школа, да, но это она, очень, она очень ситуативная здесь школа. Ну, это, знаешь, это школа, когда у тебя все плохо на антимагии, а на антимагии у тебя все плохо примерно, ну, вот когда команды берут антимага, в процентах в 30 игр все очень плохо обычно. Знаешь, вот из таких вот еще интересных билдов, да, Destruction Fortified, это чего ради? Интересно. Где-то, может быть, какой-то... Ну, я, к сожалению, не уловил. Эквилибриум сломать на линии? Ну, но вряд ли. Да, не совсем. Ну, посмотрим. Возможно, по центральной линии это было спланировано. Можно из Раптора, кстати, забрать. Шестой уровень есть у Темпларки, но хорошо Фейс все делает. Возможно, как раз по центральной линии под этот выход они нажимали, чтобы крипы не умерли, убили вражеских и поднялись на горочку. Но это лишь предположение. Да, ведь Медуза все-таки тоже на пятом уровне уже намного сложнее. Ну да, и прикрывать стараются ее. Посмотрите, какой вардинг. У нас команды вообще не стесняются вардить. Никто не жадничает, грубо говоря. Все закупают сразу вардики, все расставляют. Очень много вижена уже проставлено тайфунами. И здесь стоит прекрасный вард, и под центральную линию вард выставлен. И вот тут тоже, который оберегает медузу ее фарм. Кстати, интересно, вот вчерашние игры Япон, к сожалению, не все смотрел. Это то, как они обычно играют, да? Или они все-таки зареспектили тайфунов пожестче, чем при вчерашние свои команды? Потому что эта игра пока не выглядит как игра, которая закончится за 20. То есть они вчера сыграли 2 БО-3 за час 50. Ну, знаешь, мне кажется, еще где-то и драфтом обусловлено. Все-таки вот эта парочка Темпларка-Антимаг. Темпларке явно нужно время. Второй фраг. Плюс закрытый где-то Бутрайдер, которому, ну, пока тоже не очень комфортно. Закрытый в каком плане? Не удалось ему сделать оптимальную линию из-за того, что появился лайфстиллер. Уже какая-то контра была для него, не так приятно. Приходится Думу сейчас больше фармить, а Бутрайдер перешел на саппорт позицию, скажем так. Кстати, посмотрим, какой будет билд от Фонта в итоге, но пока это боевой армлетик, да, на лайфстиллере. Это не Мидас, это... Ну, мы предполагали с тобой, да, вот на стадии драфта, что это может произойти ввиду наличия Медузы как раз. Ну да, Медуза занимается тем, чем мог бы заниматься... Это, кстати, не исключает появление Радика. Да, ты можешь взять Радик после армлета. Просто, ну, на самом деле, да, разные виды тоже. Если ты берешь и Мидас на лайфстиллере, я помню, вот было несколько, был такой короткий период на каких-то квалах, когда часть команд играла жадными драфтами, вот типа лайфстиллер плюс Медуза, еще и брала там, ну, эти Мидасы, а потом, знаешь, с Мидасами с хайграунда со своего откидывались просто, потому что, а что поделаешь? Ну да. В такой ситуации. Кстати, если пик противника позволяет, то, в принципе, и так можно играть. Но тут, мне кажется, просто Темпларка сейчас подсоберет первые итемы. Живой, и будет неприятно. Фейт отгоняет Фейбьян. Тут, кстати, много людей собралось в миде, хотят как-то саппорта врага наказать от Ехоум, но это пока что, ну, только один фраг на Сенкинге. Четыре человека, стянутые в мид. Не уверен, что они обязательно даже того стоят, а тут лайфстиллер появляется, кстати говоря. Но Дум до сих пор без шестого, можно попробовать точно убить Вая. Вопрос в том, кого-либо еще получится или нет. Выглядит так, как будто пока не особо. Там антимаг тем более может подойти, если что. Антимаг говорит, ребята, я хочу похалявить, давайте я кого-то убью, тоже заработаю денежек. Ну вообще денежек не хочет, на самом деле, на вражеском шрайне очень не хочется, но Медузу надо спасать срочно сейчас. А Медуза приплыла, тайфуном. Все. Тут оп, антимаг взрывает ее, и на своем шрайне еще и лосой Есенкинга убивают. И этого сюда тоже давай, говорит. Слушай, ну антимаг удачно подошел. В принципе, дополнительно 190 золота капнуло на его лицевой счет. Вообще, минимум времени потратил и убил вражескую медузу с ульты, реализовал все, что хотел, да. Ну, не то чтобы он на этом прям бешеные деньги какие-то заработал, может быть, даже будь он на чистом фарме, в итоге бы получилось больше, но плюс экспа, да. Все это вместе, оно складывается в картинку, что оно выгодно для антимага сейчас получилось. Сейчас же вообще вот в нынешней доте не так важна, наверное, цена убийства, как опыт, который ты получаешь, потому что действительно прирост опыта за убийство очень хороший сейчас. Раньше было хуже. Ну, тут важно. Да, факторы, что это не только цена за убийство, это время минус фарма медузы. То есть тут получается, конечно, что ты заработал условные 200, она не заработала условные 300. Это уже разница в 500, ты заработал экспу, да. И, ну, в общем, все это вместе получается так, что фраги делать надо. Но, кстати говоря, седьмой уровень антимага говорит нам о том, что по экспе... Ну, давай я вот так сделаю, вот просто будет понятно сравнение. Я, кстати говоря, не очень понял, потому что антимаг вроде как все это время стоял сольно, и что-то с экспой не удалось... У Энаваренда? Ну, время от времени все-таки его опекал там Оракл, так что надо сказать, что какой-то опыт он разделил с ним. Но Оракл при этом, знаешь, не то чтобы сильно впереди того же Дизраптора. То есть в целом для тайфунов получилось получше распределить. Ну, это минимум буквально. Это все станет не очень важным, тем более, что мы понимаем, что драки в мидгейме, они здесь решают пока что не очень многое. Обе команды готовы играть в жесткую затяжную игру, если потребуется. Знаешь, вот мне сдается, что Ехоум не очень-то намереваются. Сейчас у них Темпларка
подберется поближе к Дизолю, Дизоль прикупит. Я думаю, что и Хом активизируется с Дизолем. Да, но Дизоль пока еще так, знаешь, что надо все-таки дофармить немножко. Хотя, ну вот смотри, опять-таки, да, антимаг, это мог бы потом зафармить чуть попозже все антимаг. Антимаг, конечно, тоже начнет фармить активно. Антимаг, он, знаешь, вот ему дадут пространство. Надо дать темпларке сейчас стартовые итемы. То есть, ну, для начала вот просто дизоль. Чтобы они могли идти толпой, пушить, кстати, напали внизу. Напали под думом на лайфстиллера. Дали еще и лассо. Два ультимейта в лайфстиллера, но оно того стоит. Фонд и гибнет. Очень долгая реакция была сейчас от команды Тайфуна. Еще и Сенкинга хотят забрать. Можно было телепорт и отменить, наверное, свой в той ситуации. А так, похоже, что придется отдаваться. У него ничего нет, да, Сенсторм через 7 секунд аж. И это плюс еще один фарм. А вот это уже, кстати говоря, два фрага. Которые прям антимага. А мы сейчас взглянем, кстати, сколько он общей сложности получил, потому что я не углядел. Первое убийство. Ну, 173, не так-то и много. Хотя, наверное, здесь не показано. Нет, здесь не показано второе. Точно. Да, и да. 5500 антимага говорит нам о том, что вряд ли. А, вот, 228 он получил. Ну да. Ну, вот почти. А, так и третье можно убийство антимагу получить. Но он не рискует, просто догорит сейчас под урной и не стал антимаг бежать, чтобы не рисковать своим здоровьем. И тоже все хорошо. Опять-таки, три халявных фрага получили. В это время все, темпларка фармила. В это время все. В топе, по-моему, кто там стоял? Оракл получал экспу. Причем сейчас Оракл еще и выживет в этой ситуации. Оракл шестой. Это герой, который, на самом деле, от уровней тоже нормально себя чувствует. Не зря Оракл зачастую вообще четверкой делают, как герои, да, и предметы ему заходят хорошо. Поэтому и фарм, и опыт... Все ему отлично. Плюс у него, по-моему, таланты есть и на экспу, и на голду. Совершенно верно. Это герой, которому выгодно... получать это самая идеальная связка талантов, скажем так, когда у тебя 10-й экспа, 15-й и золото. Да, да, да. Для саппорта это идеально. Поэтому сейчас все для Ихом выглядит действительно уже очень круто. Медуза есть, опять-таки, но... Это... Вот сейчас мы и посмотрим. Оп, смотри, блинк, да, блинк, армлет. И нет дума. Нет дума, хотят убить очень быстро... Кстати говоря, бетрайдера могут... Нет, убьют. Убьют, да. Хватит дэмэджа. Параллельно дума вернули, поставили кинетик, заперли. Он пытается отбить оглушение, но это его не спасет. Очень хорошие два фрага. Причем такой, знаешь, четкий тайминг поймали Тайфун. И да, лайфсиллер оказался наверху. Синхронизировались, да, классно. С блинком вместе, дизарм. Кстати говоря, в этом плане, конечно, Оракл приятный герой против Слардара. Слардар без атак, без своих героев довольно бесполезный. Но... Да, блинк еще нужен Сенкинг. Вот в два блинка, в два инициатора, они будут весьма хороши в тимфайте. В этом плане, да, но с другой стороны, ты можешь, знаешь, ты на Слардаре доставляешь уже и так лайфстиллера, так что в целом получается довольно круто. Но антимаг все это время фармил, темпларка все это время фармила. То есть они, по сути, убили тройку-четверку. Бетрайдер на этом этапе игры готов за спейс, наверное, немножко отдаться. Тут сейчас будет дезоль, и до блинка остается недолго. Да, у темпларки дезоль, у антимага появится БФ на 14.30, грубо говоря. Нормально. Да, очень хорошие тайминги, очень подходящие для такой игры. Все у всех есть. Немножечко... подпросевший бетрайдер, но нужно понимать, что его неплохо закрыли на драфте. Это мы уже упоминали. Его подзакрыли на драфте, но у него есть в команде Doom, который балансирует, да, наверное, Doom в тимфайте все-таки... Да, чем уравновешивает, дальше, да. Чем дальше, да, в игру, тем больше он может делать, чем Сенкинг. То есть Сенкинг герой очень сильный, хороший, и ни в коем случае не теряет свою актуальность чуть ли не до самой поздней стадии игры. Но Doom — это герой, который переворачивает, скажем так, зачастую файты. Так что Сенкингу блинк вот прям строго необходим. Вот он дизоль, я ожидаю активности. Сразу под это дело смог, сразу уже. Не раздумывая долго, под появившийся дизоль идем забирать вышку. Идем на треугольник, попробуем кого-то сначала убить. Еще и Дум откатился. У тебя есть лассо, у тебя бетрайдер с хостой, по-моему, был в ботле. И с барабанами. То есть там вообще можно дела поделать. А, ну и просто даже не будут лассо тратить на фейта. То есть это просто фраг. Это просто фраг. Вот, ты знаешь, что такой тайминг? Дизоль, плюс хоста на бетрайдере, плюс баунти руны наверху появились. Но чем-то похож на предыдущий момент от Ехоум, этот эпизод, где они синхронизировали лайфстиллера, да, Армлет. Mm-hmm. Тайфун, да. Синхронизировали Армлет и синхронизировали Даггер на Слардаре. Сразу придумали драку, вот моментально. Ну, у Тайфун, наверное, тоже такой довольно очевидный тайминг, что когда у тебя появляется на любом герое блинк, лайфстиллера зови, да, и погнали. Тут скорее совпало хорошо просто. Да. Но это, кстати говоря, ну, знаешь, когда ты тратишь свою пятерку для ревила такого смока, а не, например, файт 4 байт в 0. Байт на медузу. Никто на этот байт вестись не собирается у команды Ихом. Вообще можно и не байтить, а можно просто самим первым драку начать. Интересно. Ты, кстати говоря, этот Guardian Sprint уже в замакшен у Слардара, так что
Можно по реке прям очень бодренько. Все-таки байтят на медузу. Вот она показывается в центре, нагло пушит, а они уже располагаются под вышкой рядышком. Выгоднее разменять, да, башню здесь? Именно это и делают. Конечно, они не хотят рисковать, они понимают, что врага они не видят нигде на карте. А тут они заняли хорошие позиции, поставили обсервер. Правда, с тыла классно заходит, можно оракла подловить. А тут, может быть, все очень даже неплохо. Оракла поймали, оракла убили. А как дальше уходить? Там и Темпларка, да. Темпларка просто пытается тэп-аут сделать. Это очень хорошее решение. Нет, тут должен быть стан, да. Минус NQ будет тоже. И появляется AQ. Doom должен погибать. Два фрага. Но, кстати, смотри, мы видим, что вроде как два фрага сделаны, а экономически просели опять тайфуны. Слушай, весьма неожиданное решение для меня взять Engine Яшу здесь на медузе. Если честно... Статус резистанс? Да нет, это, я думаю, просто для ускорения фарма такой быстрый артефакт, но мне кажется, манта здесь важна была бы в этой игре. Ну, может быть, следующим, например, будет артефакт. Да ну, вряд ли, уже, просто, ты уже, когда у тебя сет, ты уже манту не хочешь покупать обычно. Рошан пошел для команды Тайфун. Вообще, Тайфуны очень темповые играют, при учете, что у них и Медуза, и Лайфстиллер, но Лайфстиллер здесь выполняет роль не прямо ФК-фармера, отличный подкоп от Кэтью, и Дизраптор, и появляется Слардар, можно Фейсбиана очень быстро убить, да и Феррари тоже, и Фейсбиан, лоу ХП, убегает. Ну, круто разыграли. Тут ничего не скажешь. Должны догонять еще и Фейсбиана. Он уходит. Не догоняют. Слушай, ну это как перевозчик прям какой-то. Mozilla Firefox только что, знаешь, случился. Легкий со стороны. Да. Я всплакнул. Олды помнят. Да. Все ваши хваленые хромы. И это Рошан для команды Тайфун. По деньгам. Не стоит, да, тут обманываться. Антимаг все еще вывозит почти всю карту. У него манта скоро появится, и реально она скоро появится. И казалось бы, да, у него там до нее еще больше 2500, а на самом деле эти 2500 антимаг выформит сейчас там, буквально за 2-3 минуты. Вообще, конечно, когда у него сатаник появится на медузе, то в комбинации с Engine Yash неплохой резист получается, действительно. Но тут... Важный момент, что все равно Doom будет бить больно, вероятнее всего. Да, он будет бить больно, а вот в команде нет ничего, знаешь, что могло бы этот Doom перебить Медузе. Поэтому немножко может оказаться, знаешь, боком эта ситуация. Надо, значит, опекать ее максимально, не давать к ней подобраться, драться только в выгодных местах, где Медуза будет не зона досягаемости для того же Дума. Ну, пока что выглядит так, вот смотри, давай посмотрим, да, что могут сделать Тайфун. У Тайфун способы инициации волшебные. У тебя есть Энкинг, у тебя есть Глимс, у тебя есть Слардар, который прыгает вперед. Тут, кстати говоря, сейчас Сенкинга могут это байт, принять. Это байт на Сенкинга. Тут уже подходит гоп-компания. Возможно, да. И он прыгает вперед, копает Оракл. Оракл лучшая цель, чтобы с нее начинать. А вот это, возможно, было зря. Конечно, разменяются сейчас на Сенкинга, deny, но... Денай. Да, хорошо. есть Денай. Минус Оракл тем временем. Но Оракл пытается тэп-аут себе организовать, пока не получается. Думаю, сейчас закрою. Тут, кстати, больно очень Фонте. Фонте погибает. Он был без Аегиса, Аегису Медузы. Пока что все неплохо для Ихом, но вот убивают наконец-то Оракла. Разворот пошел, и тут Гувара врывается круто. Фейсбиану очень больно, EQ ультует. Убегает просто Темпларка отсюда, минус 2 уже. Байбек от Бэтрайдера. А нужен ли он был? Подходит антимаг. Вот что запланировали здесь делать Ихом. Гувара дает стан, пытаются попросту убежать. Неудачные трэпы, и пока что бегут. А в целом неплохая для замедления получилась ловушка. Можно дальше гнать. Медуза лишается маны благодаря антимагу. Медуза с Аегисом, в принципе. Медуза с Аегисом, а может, есть смысл какие-то байбеки сделать? Тут появляется Сенкинг, и можно еще попридумывать на вариант. Блинкаут пока что живой. Фейсбиан после байбека, ему нельзя умирать. Он убивает пока что Слардара. Но Медуза сама, наверное, его не убьет все-таки. Слушай, крутая драка получилась. Для такой минуты весьма неожиданная драка. В таком количестве команды схлестнулись 5 на 5, и антимаг стянулся даже. Байт на байт получился. Но в итоге 4 руны для Ехоум. 4 руны для Ехоум, и выбили Аегис из Медузы. Вообще, я бы сказал, бодро что... Вышло, они, бодро вышло, они, знаешь, они задефьюзили очень опасный Аегис, который мог бы дать файт как раз... Оп, вот, еще пардон, и Фейса я убили. Не доглядел, он, наверное, за руной шел там где-то. Да, ну, нет, все-таки 3 руны, видишь, успел Фонте. 3 руны, но фраг. 3 руны, но фраг. Тут даже сложно сказать, что выглядит. На медузу идут. Фейсбиан, 20 секунд ультимейта. Нажимает барабашки, начинает барабанить. О-о-о, привет, IQ. IQ довольно долго живет, кстати говоря. Подходит сюда Фонте, но не хватает против 3 вражеских коров. Даже... Видишь, они все-таки раньше как-то могут активничать с таким драфтом. Получается у них.
Вообще, на самом деле, и Тайфун тоже могут активничать. Просто у них немножко... Они вбайтились в Оракла. Они очень, я сказал бы, привязаны к своей комбинации с Лайфстилером через его ультимейт. Через двух инициаторов. Только что-то не так пошло, либо вы вновь выдаете все. Команды и Хоум развязаны руки. А более того, когда у тебя все связано на одного героя, когда ты инициируешь, пытаешься одного заберстить, а играешь против Оракла, это очень печальная история. Потому что надо убивать Оракла в идеале. Иначе он просто будет спасать. Но вот они и не убили, в том-то и дело, да, что они Оракла не убили. Мне показалось, что Тайфун могли чуть-чуть подбайбекнуться, знаешь, то есть видя, что Бэтрайдер выкупился, то есть 1-2 героя, да, вряд ли Лайфстиллер. Святыня рядом, в конце концов. Ну да, да, тем более, что вы, это второй раз, когда в этой игре Тайфун дерутся на своей половине карты, а вроде как будто Ехом на своей половине оказываются, потому что их больше числом. Ну, возможно, думали, что это будет какое-то расточительство, они хотели как бы лишний раз тратиться. Ну вот, а расточительством оказалось немножко другое, Гувару хотят. Принять он пока бежит, Владмерс почти готов у него. О, мужчины, что тут планируем собирать? Форстаф планируется у Цинкинга. И Владмер все-таки у Свардара, да, без домика играет, просто Блинкдаггер и Владмер. Ну, скажем, фарм его далек от идеального на Свардаре, но и неплох. Ну, опять-таки, да, ты очень часто хочешь на Слардаре получить себе Мидас, но в такой игре, если, ну, если выбирать кому Мидас, то уж, наверное, Лайфстиллеру, а не Слардару все-таки было его брать. В итоге не взял ни тот, ни другой, и, скорее всего, оба были правы в своих решениях, потому что игра быстрая, и но так... опять же, вот Манта бы фокус снимала с антимага тоже, я не знаю, мне очень... Ты имеешь в виду с Медузы? Да, я вот до сих пор, я под впечатлением, скажем. Но они инициировать файты должны быть, они должны инициировать файты первыми, иначе они проиграют что Манта там будет, что Санжиньяша... Поэтому... Но все равно тебе, мне кажется, проще играть против антимага, против Дума, когда у тебя есть Манта. Да против Темпларки тоже. С диспелил Мелт, грубо говоря, там фокус сбил себя. Тут все такие герои, которые на тебя прыгают. Битрайдер прыгает, ты тоже Манту можешь на реакции нажать. А что тебе дает с Инжиньяша, кроме фарма? Да по сути ничего. Фарм-то у Медузы хороший. Знаешь, это отставание от антимага минимальное. То есть в целом, да, мы должны понимать, что когда... Идет игра с Медузой, отставание 5-6 тысяч, это очень часто не значит ничего. Это значит один файт, и уже Тайфун будут чуть ли не неостановимы. А вот и поймали Медузу на Дум, но тут врыв, контр-врыв хороший, появляется Лайфстиллер, фейсбьяна взрывают мгновенно, и Дума тоже можно убить. А вот она и Медуза, Искака, которая... Искака стоит ульт даже. Под Думом абсолютно, что-то Думу вообще не больно, да, было, но это был ульт Оракла не бесконечный. Обманка да, была. Да, и в итоге погибают два героя. Ну да, тут, конечно, хорошо разыграли Тайфун. Вот тут получилось подловить Ехом на инициировании. То есть они контратаковали, они понимали уже позиции противника, потому что Медузу вытащили на ХГ, и она собрала всю информацию. Есть такое. И 24-я минута в игре. Нужно обязательно Ехом создавать условия, чтобы антимаг мог сплитпушить понемножку, потому что драки опасные, да? Драка одну проиграешь жестко, и там уже и Слардар, и Лайфстиллер догонятся, и уже у тебя будут проблемы, потому что антимаг тогда файты уже у Медузы может и не выиграть. Тем не менее, пока что Вай тут стакает леса активно для антимага, чтобы у того еще больше фарма было. Антимаг был на манте, и по идее третий предмет у него там какой-то, да, бутерфляй? Да, фляй он вроде забрасывал, так и есть. Иглсонг есть уже, осталось на самом деле не так долго. Флей хорош, здесь потом можно, наверное, выйти в башер все-таки. Либо обзавестись блэкинг-баром на четвертый слот. Тут зависит все от плана Неверэнда, как он планирует играть. Если мы планируем больше сплитпушить, наверное, и там какие-то соло цели лаи при сплитпушах, то башер оптимальный вариант, и выход в Эбисал. Все-таки Эбисал тут тоже крайне важная штука будет против Лайфстиллера, например, в рейдже можно нажимать, просто подлавливать героя и в соло убивать можно без проблем. Но и блэкинг-бар, если мы говорим об общем тимфайте 5 на 5, это более комфортный для антимага артефакт. Баунти руны. Новый раунд. Похоже, что, кстати, у нас может быть контест за верхние. Да, тут под смоком парни бегут. И Гувара бежит довольно бодро. Опять байт, опять прыг под Слардара. Подъем цели, потрясающий фейсбьяна. Взрывают абсолютно в секунду. Пытается Феррари убежать под БКБ. Кстати говоря, по Гуваре разворачивается довольно больно. И даже может попробовать сейчас еще отсюда как-то уйти. Фонты за ним гонится, есть Глимс. И это будет минус Темпларка, конечно же. Пока что размен 2 в 2 выгодный, потому что 80 секунд без темпларки будут Ехом выгодны, естественно, для Тайфун. Знаешь, что тем временем в далекой-далекой галактике. Угу.
Но надо, чтобы этот антимаг потом еще в игре что-то сделал, потому что бывало... Сделает. Не, в принципе, тут для него все должно быть суперкомфортно. Тут даже какие-то разводки возможны для Ехоум. Они могут вот такие драки навязывать, антимаг в это время может ломать. То есть тут у них есть хорошая макроигра, это безусловно так. Но он не ломал ничего, в том-то и дело, он, знаешь, как-то... Ну, он тут пока что, наверное, еще и побаивается чуть-чуть. Плюс он оказался далеко, он забирал баунти руны, а драка уже шла, и герои погибали, и он уже не бежал вот сюда по тир-3 вышку. Хотя, по большому счету, вот будь он чуть поближе, он бы мог даже побить немного тир-3, я думаю. Вообще, Ехоум жадненько сыграли, да? Потому что у тебя антимаг контролит нижние руны, ты бежишь вчетвером на верхние, при том, что антимага там точно не будет. Но это просто неправильно антимагу туда пригонять. Ну, это такой, знаешь, ситуации. Такой рандом. Они могут думать, что враг сыграет под нижнюю руну, а могут думать, что сыграет под верхнюю. Видели наверху Сент-Кинга, не спрогнозировали, что будет поддержка в виде смоука и героев выходящих. В принципе, ничего плачевного не случилось за них, ведь да, они 2-2 разменялись, антимаг это время забрал 2 руны внизу и подфармил. Да, не критично. Потеряли БКБ темпларки немножко, что неприятно. Темпларка не хочет очень умирать сейчас, потому что по артефактам она... Ну, ее догоняет лайфстиллер, скажем так, да, то есть понятно, что антимага в этой игре догнать там можно будет только, если уж Тайфуну реально вырвутся сильно вперед, по игре, но этого пока не происходит. Линка, смотри, планируется. Много времени проводит Лайфстиллер в Слардаре, тем самым не фармит, но у него, надо сказать, скоро будет Кираса. Кираса — это очень важная точка в этой игре. Кираса против героев Ехоум, она очень усилит команду Тайфун, как в атаке, так и в обороне, что самое главное. Ну, у тебя Слардар, да, как бы это вообще как бы довольно ультимативный в этом плане герой. У тебя Медуза, которая хорошо от этого разгоняется. Ищут возможности, да, но надо Лайфстиллера выпускать погулять иногда немножко. Ну, он много-много сидел, да, долго сидит и тратит время. Возможно, они Рошана планировали забирать, но таймер был таков, что не подгадали они. Смог заход в нижний лес идет от Ехоум. То ли провардить, то ли найти кого-то. Ну, давай взглянем вот так вот. Они вслепую идут, по сути, только на ловушке темпларки работают. Возможно, на ловушку где-то кого-то видели, вот сейчас, например, да, замечают. Видишь героя? Есть такое. То есть играют тут ловушек темпларки. Но здесь классно завардили и Radiant. Они встречают своих оппонентов. Там был скан только что от Radiant. И появляется Бэтрайдер, Сент-Кинга цепляет Слардар. Блинк неудачный, но тут есть рядом Лайфстиллер. Если что, Медуза ультует. Очень быстро умирает Бэтрайдер. Будет ли выкупаться? Да, будет. Ответ. Дум тем временем продолжает идти вперед. Задумил Лайфстиллера явно сейчас, может быть, не лучшая цель. С какой скоростью сейчас сумасшедший наносит урон Медуза. Убивают тем временем Дизраптора. Там Темпларка пытается дорезать Слардара и пока что дорезает. И Неверэнд тут уже урон очень серьезный выдает. Убили Медузу, убили Сент-Кинга. И драка получается 1 в 4 плюс байбек от Ехоум. Но тут все-таки видишь, как хорошо у Ехоум получилось. Они рассредоточились. Они благодаря тому, что Бэтрайдер весь фокус пошел, разделились на две части. Темпларка прожала БКБ, ушла вверх. А тут три героя оставалось. В итоге они разодрали на части, скажем так, Тайфунов. И Тайфуны выдали всю свою основную силу в Бэтрайдера при инициировании. Вот та беда, о которой мы говорили, что ты в одного героя все выдаешь, он выкупается, либо сейвит его Оракл, и все, у тебя на какое-то время есть пробел в драке. И мне кажется, знаешь, позиция, в которой оказалась Медуза, вот именно как герой, который должен был выиграть файт, потому что Лайфстиллер под Думом, Слардар все-таки 13 уровень, Сетворс 8000, они не могут выиграть тебе в соло-файт. А Медуза, которая не может похайтить, не может воспользоваться позицией, просто вокруг нее куча героев. Скоу! Кэт Ю, что пытается сделать, не получилось. Ну тут Фейт Биан, надо отметить, отлично сыграл и отбросил флеймбрейк. Да. Надо бы наказать этого, наверное, Сент-Кинга. Да, накажут. Это, в принципе, я думаю, Кэтью понимал, на что идет. Это... Ну, видишь, уже и антимаг, конечно, огромный. Все-таки решил вроде в башер выходить. Самое неприятное, знаешь, что он решил выходить в этот башер прям райт-кликом. А ведь только недавно он выходил еще в Баттерфляй, а вот он уже и выходит в башер. Ну, плюс еще того, что ты БКБ позже берешь, то, что оно будет 10-секундное. Когда у тебя 6 слотов и 10 секунд БКБ, ну, ты машина. Ты, по сути, неубиваемая машина. Да здесь и не обязательно, знаешь, там, единственный, кого ты реально сильно боишься, да? Все-таки против Слардара тебе это не сильно поможет. Против Дизраптора, может быть, да? Но Дизраптора, если у тебя будет башер или Эбисал, ты можешь вообще прыгать первым, вырезать и все. И дальше файт идет. Ну, когда... даже в предыдущем моменте он, например, не отреагировал на стан Сент-Кинга. Вот я даже обратил внимание, что он не нажал контрспелл. Хотя нажми он там контрспелл, там бы еще хуже все было для Тайфунов. Ну, вообще, я тебе так скажу. Если хотя сложно представить. Если не успеваешь контрспелл нажать, то, в принципе, можно и БКБ с таким же успехом не успеть нажать. Поэтому... Я на БКБ 10 секунд ты нажал и пошел, знаешь, отдыхать в этой драке. Ну, может быть и так. В начале. Когда у тебя 5 секунд, да, там уже надо как бы...
бережно относиться к Black King Bar. Когда 10, ты не думаешь, нажимаешь и погнал. Ехом играют, знаешь так, немножко в плане поведения на карте вальяжно. Они баунти руны, понятно, что этот раунд был полностью их, тут все заслужено. Но пара раундов до этого, вот сейчас, кстати говоря, может быть тут... Неважно, абсолютно пока неважно. Ну, вот это вот уже довольно больно было, и сейчас Аегис. Первый раз, ну, все равно. А да, нет, даже не Аегис. Это ульта Оракла, да. Если что, фонд и бежит вперед. Это, кстати говоря, уже может быть очень опасно. Вот, хотя ну, там темпларки можно нет. Отдать Оракла. Темпларки нет, да. Да. Так даже лучше будет. Они забрали Т3. Это все, что было им нужно. Оракл на 50 секунд, да и, как говорится, бог с ним. Все нормально. Кстати, я не обращал внимания, но она не брала урон с трэп. Брала как раз МС дополнительный. Больше на тимфайт ориентируется темплар ассасин. На тимфайт, на ротации какие-то Феррари, они двигаются много по карте постоянно. Да, все-таки вот левый талант, который, наверное, более популярный, он больше на макроигру, на то, что ты отпушиваешь линии постоянно, не даешь крипам проходить. Нашли здесь бетрайдера и будут пытаться драться, потому что у соперника нет темпларки, но под думом лайфстиллер пытается отступить. Гувара здесь, возможно, сейчас просто умрет, так и происходит. Уже минус лордар, а это ведь еще не все. Нашли медузу, баш срабатывает, подходит Феррари, Феррари прыгает вперед за фейсом. Фейса убивают, медуза ультует, и пока что ехом отступают. Выбив байбек от Слардара, экономика сыпется просто на глазах. Команда Тайфун продолжает Неверенд. Байбек от Дизраптора должен был, конечно, быть сделан. Кстати говоря, можно развернуться. Но там ведь есть еще Аегис у Неверенда. Здесь прямо сейчас могут игру проиграть, на самом деле, Тайфун. Лайфстиллер погибает. Будет ли байбек? Вообще можно... Такими темпами можно и байбекнуться уже. После байбека умирает Слардар. Медуза остается одна против всех с помощью немножечко от Сенкинга. Но они здесь просто умрут вдвоем. Сейчас. И это похоже на победу для команды. И Хоу Феррари умирает, кстати говоря. Ну ладно, пока еще какая-то жизнь есть. Есть ли жизнь после файта, понимаешь? Вот главный вопрос. Да, вроде как нет, на самом деле. Вроде как нет, я согласен. Ну, я думаю, что многие команды тут уже бы написали ГГ, но пока не торопятся с этим Тайфун. Просто не то, чтобы они вот прямо сейчас трон потеряют, наверное, да? Но не то, чтобы после того, что мы сейчас увидели, есть какое-то сомнение в том, чей трон упадет. А да, да уже очень тяжело им драться. Уже не те совершенно показатели фарма на героях, несопоставимы. А медуза без байбека еще 600 монет ей нужно. Ну, это громадный антимаг просто. Он даже БКБ не планирует собирать, он кирасу возьмет. Две стороны вы теряете, да, в игре против антимага. Это значит, что даже если все ваши герои резнутся, но с третьей стороной все будет... ГГ, да, ну, в общем, так и происходит. Тим-ток такой, провели тим-ток просто. Да. Знаешь, да. Как в КСе, когда эко-раунд, там, грубо говоря, они стоят и общаются, вместо того, чтобы идти куда-то умирать, и они обсуждают, что будем делать дальше. Ну, в общем-то, на очень комфортных креслах его выиграют эту игру. А тайфуны, кстати, знаешь, что делают? Ты сейчас не поверишь. Что? Они на очень комфортных креслах проигрывают. Да, но они еще у нас огнеупорные, я полагаю, поэтому конечно. Если подгорело, то все выдержит. Этот решил, стул. Да, мой вчерашний придуманный слоган на все-таки? Вообще это древний, я еще когда-то на PUBG его еще даже говорил. Ладно. На PUBG? Да. Это в каких годах? Что в 2003-м ты еще это говорил? Так это давно было, наверное, Барик. Но зато правда. Такой ты олд на PUBG, вот это да. Я никогда бы не поверил, что ты припомнишь такие времена. Отличная будем игра смотреть табличку. Ну, давай посмотрим, давай, наверное. Нет. Вообще, на самом деле, я бы сказал так. Тайфун до какого-то момента... Помнишь, мы обсуждали, что, да? До какого-то момента план на игру был. Были какие-то тайминги, которые они ловили. Было какое-то понимание, что происходит. А потом Ехоум просто... Именно количеством удачных действий, темпом, который они задали, смоками в первую очередь, пониманием своих лучших таймингов, они это сделали. Но опять-таки, выходить с медузы, то есть команды с медузой, знаешь, они зачастую начинают все-таки зажиматься все ближе и ближе к своему лесу, к своему хайграунду, встречать там соперника, а не мы вышли в чистое поле, откуда они зайдут, мы не знаем, опа, они из-за нашей спины, за фокусом бетрайдера проиграем тимфайт. Ну да, тяжелый все-таки драфт был у Тайфун, им нужно было реально очень много действовать в гангах. А когда враг играет в пятером, сообща, даже антимаг подключается довольно рано, то это очень сложно провернуть такую драку. Ну, плюс вот этот Оракл, который был открывающим пиком, а ты берешь такой драфт, взрывоопасный, когда ты одного героя выбираешь из драки, даешь себе преимущество, а у тебя Оракл против тебя. И что ты будешь делать? Ты героя не убил, Оракл засейвил, конец драки. Бетрайдера убил, он байбэкнулся, конец драки. Да? У тебя все ломается. И плюс ко всему, я все-таки редко себе это позволяю, но тем не менее, я более чем уверен, что Медуза здесь ошиблась с выбором Сейнджин Яши. И в любом случае, Манта была бы куда более комфортна
первым артефактом, и против фокуса антимага, и против фокуса темпларки, и против атак со стороны Дума. Но это, я бы сказал, что это, знаешь... Это не решило игру, я думаю. Даже близко при этом, потому что все-таки, на мой взгляд, намного больше решило то, что у тебя, знаешь, у тебя есть лайфстиллер, который примерно треть игры бегает с Лавдари, вы ищете какие-то фраги, и вот файт, на мой взгляд, знаешь, то есть тебе нужно, когда у тебя это происходит, то есть Слардар стоит в лесах, ищет моменты, а в нем сидит лайфстиллер. Два кора не фармят, а кто у тебя, извини, должен дизраптор фармить? Но он, конечно, может там свой аганим выфармить, чтобы антимаг потом ничего вообще сделать не мог. Плюс, кстати, небольшой рассинхрон наблюдался тоже. Вот заметь, как они драки строили. Очень хорошо получалось, когда они контратаковали. Там оглушение по троим от Слардара, Сэндкинг в продолжение прыгал. Но что в это время делает Медуза? Она ведь отрезана. У тебя два героя на блинке прыгают, а Медуза стоит где-то вдали. Вообще три Сэндкинга. Вообще-то три Сэндкинга. Сэндкинг прыгает, лайфстиллер прыгает в них и Слардар. И стоит Медуза за полтора экрана вот этого блинка и смотрит, а что же ей делать? Вот драка идет, они на ХГ, а я еще внизу. Как мне подключиться? Мне кажется, критическим файтом был файт с Аегисом Медузы, когда они внизу не зафокусили Оракла, лайфстиллер за Ораклом побегал, и был один байбек от Бетрайдера. И такое ощущение, что Ехом, знаешь, то есть, понятное дело, что вот сам по себе файт решил немногое, но именно темп игры он задал, что в этот момент Ехом могли бы сильно проиграться, а они не проигрались, даже в чем-то выиграли, и позицию заняли, и хорошо подрались на вражеской половине карты, антимаг не просел, Медуза чуть-чуть перестала фармить, все, готово, вы вырываетесь вперед. Друзья, это была только первая карта. Сегодня у нас, так сказать, будет куча BO3 серий. Вчера было BO2, сегодня будет BO3. Три BO3, да, на этом канале. А BO3 длятся дольше. А что помогает тебе смотреть долгий BO3? Бесплатный трафик. И крепкий сон. Крепкий сон и бесплатный трафик. И, друзья, бесплатный трафик от МТС в тарифе X, в общем... Получайте удовольствие. А мы вернемся после перерыва. Мы удовольствие получаем безумное от этих китайских серий. И посмотрим на вторую карту в матче Ехом против Тайфун. Батл за дикі емоції розпочато. Заряджайся швидше з Lion. Вболюй момент. Nestle. Якість продуктів, якість життя. Тарифы для творческой молодежи – это КМТС. Это можно себе позволить. Давай проверим, все ли тут Эль Натюрель. Шикарный безлимит. Тариф X – безлимит на видео, музыку, соцсети и мессенджеры.